привет! С вами Виктория. Сегодня готовим куриные ножки в духовке. Я буду использовать вот такие куриные голени. Можно использовать окорочки, все, что у вас есть, любое куриное мясо подойдет. Я делаю на большую компанию, но в принципе в них не так уж много мяса, поэтому делать можно сразу много. Получается много и дешево. Я их буду готовить с очень вкусным маринадом по-итальянски. Сначала подготовим все необходимые ингредиенты. Сегодня у меня мало времени, и для того, чтобы куриные ножки у меня промариновались побыстрее, я делаю в них вот такие надрезы. Вот таким образом. Буквально 2-3 надреза на каждой ножке. До кости. Воспользуйтесь этим вот таким небольшим лайфхаком для того, чтобы мясо промариновалось побыстрее. Если у вас времени побольше, то можно этого не делать и пропустить этот этап. Затем как можно мельче нарезаю небольшой пучок петрушки. Отжимаю сок одного лимона. Выдавливаю 4 зубчика чеснока. И теперь приготовим самое главное – маринад. Смешиваем 6 столовых ложек оливкового масла. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сюда добавляю сок одного лимона, 4 зубчика чеснока, соль. У меня здесь примерно 1,5 чайные ложечки. Перец, черный перец молотый. Также я добавлю сушеный чеснок. Я всегда люблю добавлять и свежий чеснок, и сушеный чеснок. Они немножко по-разному чувствуются. Здесь у меня розмарин. Розмарина. Я даже вот так вот еще немножечко сделаю помельче. Как бы немного перетру. Базилик. Здесь примерно 1 чайная ложка у меня. Петрушку. И здесь у меня чесночные перышки засушенные. Их часто используют во французской кухне. И все тщательно перемешиваем. И теперь каждую куриную ножку буду обваливать в этом соусе. Выкладываем ножки одну на одну, вот так. Так они будут мариноваться со всех сторон у нас. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум минут на 40, а лучше, конечно, часа на 2-3. Куриные ножки у меня промариновались. Противень немного смазываю растительным маслом. Духовка у меня разогревается уже на 200 градусах. Можно использовать любую жаропрочную форму. Единственное, что выкладывайте их в один ряд, чтобы куриные ножки хорошо у нас пропеклись и зажарились со всех сторон. И теперь выкладываем их на противень. Вот здесь вот у меня еще осталось немного маринада. Выкладываю его сверху. Отправляем запекаться куриные ножки в духовку, разогретую до 200 градусов, на 45 минут. Друзья, прошло 45 минут, куриные ножки в духовке готовы. И теперь я их еще оставлю на 15 минут на режиме гриль, чтобы они у меня хорошо подрумянились. Можно просто оставить на обычном режиме минут на 20. Степень румяности определяйте сами. Всем желаю приятного аппетита. Ставьте лайки, приготовьте тоже такие вкусные куриные ножки в духовке. Всего вам самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.